Всем доброе утро. У нас вышло обновление игры сегодня утром. Как видите, мне вернули опять новый интерфейс. Придется сносить игру заново. Очень не нравится он мне, потому что я не могу здесь собирать амброзию с этих плит. А у меня святилище еще 500 000 лежит. У нас началась метка судьбы. Я уже выбрал себе награды. Каждый день выполняйте ежедневные задания, чтобы собирать эти монеты, если вы не донатите. За 6 дней 12 монет хотя бы один раз прокрутить хватит. Если повезет, то несколько раз. Также временное задание на камне вышло. Я пытался здесь мухлевать. Сейчас вы видите, у меня очков 26. Я разбирал камни света и улучшал камни мечты. Но мне не хватает сущности. Теперь уже не сущности, а кристаллических, драгоценных камней. Поднял до 33 и бросил это дело, чтобы рекорд сильно не повышать. Но вы можете попытаться, если у вас большие запасы. Нужно по максимуму усилить камни мечты. Раньше, когда такое же задание было, когда камни света только вышли, я за счет камней света смог до второй награды даже дойти тогда. Что касается сущности камней, как раз таки, я их уже изменил. До этого я записывал просто пробное видео еще несколько раз, но оно мне не понравилось. Теперь у нас нет миллионов сущностей камней, как раньше. С этим было просто сложно подсчитывать. Они деноминировали их, изменили количество. Теперь вот 2,8 тысячи, допустим. А раньше здесь стояло 800 тысяч. У кого-то миллионами здесь было. Уже просто цифры не вмещались. Произошла, так сказать, деноминация. Так что заходите в сумку, в предметы. Ищите, где у вас находится эта сущность камней, и обменивайте на кристаллические камни. Вот она, сущность камней осталась, то, что нельзя обменять. Меньше 500 не поменяете. А вот кристаллические драгоценные камни. Начались торжества. У меня весь альянс делает торжества теперь. Курева бы на всех хватило. На камне мечты в основном все делают. Я тоже хотел на камне мечты, но промахнулся и поставил господство. Придется теперь завтра делать. Одно маленькое торжество профукал. Также, что интересно, изменили количество мобов, точнее не количество, а уровень мобов в портале. Теперь добавили новый уровень. Но, скорее всего, он все равно будет слабый для нынешней статистики. Ну, проверим завтра. У нас портал вчера был. И также в комментариях напишите, у кого портал сегодня будет. Там Аува Дрейка на водного заменили или нет? Еще у нас идет сейчас кладезь самоцветов. Не забывайте каждый день проходить, все-таки халява. Она лишней никогда не бывает. В осаде замков и в королевской арене теперь герои в наградах. Тоже каждый день проходите. В павших рыцарях что-то награды не меняют, козы такие. Начался новый пропуск. Одному моему сообщнику уже повезло. Один камень крови он выиграл. Здесь у нас камни крови, НС1 герои. Ну а дальше уже мусор пошел. Так что как-то так. В принципе, хорошее обновление, особенно учитывая эти торжества. Да и с пропуска, может, кому-то повезет один или два камня выиграть. На этом пока все. Вроде бы обо всем сказал. Всем спасибо. Подписывайтесь, жмите колокольчик, кто еще это не сделал. А то смотрю, просмотров по 1500.
уникальных просмотров там по 1000, что ли, выходит. То есть люди, которые не подписаны и смотрят. Всем пока.